Если ты звезда эстрады и по какой-либо причине обидел своих слушателей, лучший способ попросить прощения – это выпустить фильм. Так и сделал сын великой степи Тореали Тореали. В новой картине, которая была презентована на днях, он сыграл самого себя. Удался ли дебют всеобщего любимца? И каково с ним было работать его коллегам? Узнаем в материале нашего корреспондента. Фильм называется «Улы дала комедия», что в переводе означает «комедия великой степи». В картине очень много дебютантов, начиная от главного героя, но это не спугнуло зрителей, ведь в день премьеры в кинозале негде было протиснуться. По сюжету Тореали Тореали мегазвезда, не ценящий свое материальное и духовное богатство. У него есть все, начиная от денег и славы до родных, которые любят и всегда поддерживают его. Но некий парень-волшебник, в роли которого комедиант Даулет Бижан, решает проучить неблагодарного певца и забирает все, что у него есть. С этого момента и начинаются приключения главного героя. Сценарий к этому фильму написали артисты театра Назар Аудар, Болат Утебаев, Мади Абдугали и я. Мы придумали сюжет, в котором популярный певец теряет все и в конце, получив урок, снова все обретает. Сначала идея не понравилась Тореали, но мы объяснили ему, что главный герой вместе со зрителем получит урок. Тогда он согласился. Интересно, что человек, отнявший у Тореали все, является в образе кью-поп-артиста со осветленными волосами, да еще и в розовой тачке. Тут возникает вопрос, не означает ли это высмеивание данного молодежного музыкального направления? В фильме представлены исполнители двух разных музыкальных направлений – кью-поп и традиционной музыки. Мы хотели создать персонаж, противоположный основному герою, поэтому он в спущенных штанах и водит розовую машину. Хоть Тореали и сыграл самого себя, его близкие не приняли участие в съемках. Актриса Шнара Аскарова сыграла мать звезды, а Мадина Успанова – вторую половинку. Все знают Тореали как певца и поэта, а с его актерской стороны немногие знакомы. Сейчас появилась такая тенденция, что исполнители пробуют себя в фильмах. Но Тореали замечательно справился со своей ролью, и вопреки всяким сомнениям, с ним очень легко работать. Играть его жену, ассистента – никакой сложности на самом деле не было во время съемок. Многие приняли актерский дебют Тореали как второе рождение. Кажется, народ простил сына великой степи и готов снова восхищаться им. Но будет ли ценить это сам Тореали? И не повторится ли давняя ситуация с позором на сцене? Время покажет. Гуляйна Аксункар, Азамат Мадияр, Headliner.